Короче, это очень спонтанный влог из того, что сегодня четверг, я была в школе, вот, и мы сейчас поедем в Калину Молл, типа пошопиться, мне нужно новую одежду купить. Завтра пятница, я опять пойду в школу, сейчас мы приехали на парковку менять машину, короче, вот. Сегодня на улице просто, на удивление, безумно тепло, у нас вообще был мороз. Я просто взяла с собой джинсовку и оделась так, поэтому на улице сегодня очень тепло. На чиле, на расслабоне, я тут сижу, время не молит. Короче, все, может, сейчас будем ехать. Короче, я хочу спать, поэтому я сейчас буду спать. Вот, все, спокойной ночи. Мы уже приехали, говорить громко не буду, поэтому вот. Я устала. Короче, я уже в Бешке нашла безумно классную кофту. Типа кофту, вот тут сейчас будет фото. А сейчас я в Заре, вот такие башмачки. Мерю джинсы, ну, и что-то я хочу широкие купить. Вот. И вот эту толстовочку купить. Кстати, уже пошел день с того момента, как я была в Калине Молл. Продолжение еще про Калину Молл будет, не переживайте. Короче, вот что я купила, кроссы не считаются. Эти вот джинсы. И вот эту вот толстовку. Джинсы за H&M и толстовку в Заре, и там еще из Бершки. Куртка. Я не знаю, буду ли я что-то брать в Заре, но я знаю точно то, что я буду брать в Бершке кофту, куртку. Короче, в итоге я купила эту куртку, следующий я купила толстовку, и еще я купила джинсы. В общем, мы уже пошопились, и сейчас мы идем кушать, ужинать. Просто посмотрите, уже темнеет. Опа! В общем, мы уже идем. Короче, я сейчас трогала раскладные телефоны самсунговские, мне не очень. Они, знаете, у них экран неровный из этих складок. Все, папа пошел за молоком с имбирей, а я сижу отдыхаю, сейчас мы уже поедем домой. Да-да, мы до сих пор тут. Я спать хочу. Что, вы думаете, сейчас ровно 10, мы стояли в пробке с час, ехали 2 часа. Короче, все, я приехала домой. Мне еще уроки делать. Что вы думали, сейчас 10:30, и я буду с папой доедать пиццу. Всем привет, так и не закончила я вчерашний влог. Как сказать, я вам не сказала пока. Всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, спасибо вам огромное, что досмотрели это видео до конца. Новая колечко.